X6 там, или какую-то, ну, короче, машинку какую-то, да? По смарту, да, вот как идиоты, вы можете ее расписывать, там, делать ее изменения в количестве, в цвете, сколько она стоит, и в итоге вот к этому никогда не придете, потому что в перевод на персональные тренировки сколько это получится? Ну, много, да? Это долгие годы персональных тренировок. И вот, ну, глупо это делать. Поэтому вам нужно сделать, чтобы поверить в себя, пилотный проект какой-то, того, то, что вы хотите. Например, у вас есть задача заработать на X6. Вы откатываете как бы назад, ну то есть вот допустим, вот здесь X6, а вот там в самом конце АК-биты в кашу просто, не подлежит восстановлению. И что я делаю? Я делаю шаг в сторону и говорю так, вот здесь вот допустим X5-9 года. Точнит от меня от нее и в принципе нормально. Нормально. Ну как бы да. Здесь допустим BMW 3. 500 читателей. Читатели Игоря Гостинина, мы очень рады, что вы с нами. У нас здесь круто, жалко, что вас с нами не было. Я думаю, что вы... Через годик приедете, да, или мы к вам приедем. Так что готовьтесь. Надо мне тоже научиться такой штукой пользоваться. Научись. Новая зависимость. Дим, привет. Здорово. Дим, поздоровайся. Ну что, вы все еще кипятите? Тогда мы идем к вам! Ребят, конференцию. Ага. Там как раз, про Анджелину Джоли было только что на конференции. Всем привет. Конференция закончена. Чуть-чуть там осталось. Саша Дубков втирает про X5. Конференция отличная. Разные спикеры, даже я в первый раз сидел почти на всех лекциях и тоже слушал, что говорят другие ребята, девчата. Очень интересно, так что через годик приезжайте, действительно стоит посетить такое мероприятие. Щукин, покажи, да, так где Щукин-то? Щукин в Питере, а я в Казани нахожусь. Но с Сашей мы решили что-то записать, мы обязательно сделаем совместное что-нибудь и вам покажем какой-нибудь хардкор дикий. Вчера, кстати, я похардкорил здесь с ребятами в Панда Джиме, будет очень такой мясной выпуск, где мы делали дельты, бицепсы и трицепсы и чуть предплечья. Даже тренировка вся не зашла просто в видео, но максимально мы покажем на канале Мясо по ГОСТу что и как. Сколько спикеров было, очень много. Стас Линдовер, Дмитрий Коломойцев и прочее. О, Дашуленька, привет, моя хорошая. Я ничего, все отвыступался, все свои дела здесь сделал, получил дозу аплодисментов. Но вроде правильные мысли я довел, и людям было интересно. В принципе, я сделал ребят, и я доволен. Конференция вот такая. Ребята, обязательно приезжайте. Умница. И ты у меня сладенькая, тоже большая умница. Очень скучаю по тебе, Дашуль. Но скоро приеду, завтра уже буду дома. Очень классные делают семинары и лекции Саша Дубков. Я думаю, мы с ним вместе что-нибудь сообразим. Так, чтобы... Ну, вообще моментом. Поэтому, ребят, обязательно приходите. Что-то так грустный. Но я уже, ну так, подустал уже все-таки 2 дня тут, поэтому хочется обратно домой. Все уже, все. На сегодня. Казань, у меня приключения в Казани. Я с вами на других конференциях, кстати, чуть попозже. Я думаю, приеду домой и пообщаемся с вами ночью, если вы еще спать не будете.